Здравствуйте, меня зовут Борискевич Анатолий Андреевич, мне 38 лет, я актер, игровой опыт в кино, рекламе и реалити-шоу. Я являюсь членом Белорусского союза кинематографистов, ну бла-бла-бла, думаю, вам это все не так сильно интересно. Давайте я попробую сказать 5-6 фраз каждого персонажа, а вы посмотрите, подхожу я на данную роль или нет. Начнем с Николая, полицейский. Поехали. Документы готовим. Младший сержант Панов. Знаю. Я такой же участник, как вы. Кажется, ложная тревога. Ну, вроде все в сборе. Ну что, начнем? А ну стоять! Никто не уходит до выяснения обстоятельств. Если не успокоишься, оформлю незаконное проникновение на объект. Быстро определяем, по какому признаку нас собрали. И расход. А теперь персонаж Гриша. Таксист. Дождемся ее и начнем. Странно, что чатик предлагает нам выяснять, что у нас общего в кабинете биологии. Похоже, правильный ответ будет на латыни, а? Подождите, конкурс красоты? Не прочитал, наверное. Нам, таксистам, оценки в такси не за красоту ставят. Поеду я, наверное. А то у меня заказ в аэропорт висит. Спасибо за внимание. Надеюсь, будет достаточно. Ну и надеюсь, до встречи на съемочной площадке.